Налог на недвижимость и платежи за землю, относящиеся к категории имущественных налогов, предполагают небольшие суммы, но сроки их оплаты определены четкие и постоянные. В этом году есть небольшой нюанс. В 2020 году срок уплаты имущественных налогов 15 ноября приходится на выходной день, в связи с чем он переносится на следующий рабочий день. Следовательно, уплатить имущественные налоги за 2020 год необходимо не позднее 16 ноября 2020 года. Платеж за землю оплачивают те, кто имеет эту землю. А вот налог на недвижимость обязаны оплатить те, кто имеет в собственности две и более квартиры. Кстати, оплата производится лишь по одной из них. Предварительно следует написать заявление в налоговый орган по месту жительства. Также об оплате следует позаботиться и тем, у кого в собственности здания и сооружения, включая жилые дома, садовые домики, дачи, в том числе и с незавершенным строительством. Физические лица производят уплату имущественных налогов на основании извещения налогового органа, которое может быть вручено гражданину тремя способами: лично под роспись, простым письмом по почте, либо в электронном виде через интернет-сервис «Личный кабинет физического лица». Кроме этого, посмотреть сумму начисленных налогов можно в платежной системе ЕРИП. Для этого физическому лицу необходимо в системе ЕРИП ввести свой учетный номер плательщика, где соответствующая информация изобразит сумму исчисленных налогов. Приветствуется любая форма оплаты, удобная для человека. Ее можно произвести через банк или отделение почтовой связи посредством системы ЕРИП, через интернет или мобильный банкинг, а также в личном кабинете плательщика. По объектам недвижимости, расположенным в Московском районе, дополнительную информацию можно получить по номерам телефона 27 90 78 или 27 90 79. Но срок уплаты в этом году не позднее 16 ноября. Остается неизменным.